Одним из ключевых пунктов весенней сессии Мособлдумы стал ремонт объектов сферы образования. В течение 5 лет капитально отремонтируют 328 школ Подмосковья. Многие объекты вошли в программу по наказам жителей. Их исполнение контролируют одинцовские единороссы. В числе таких объектов – Веденская школа в Звенигороде. В рамках реализации президентского проекта образования на реконструкцию было выделено 180 миллионов рублей. Работы здесь стартовали в начале мая. Завершить их необходимо к 1 сентября 2022 года. Сейчас строительная готовность объекта составляет уже 50%.